Мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин сегодня поблагодарил участников и организаторов празднования 1160-летия Великого Новгорода. Торжественная, но скромная церемония прошла в центре «Диалог». Одно из благодарственных писем было адресовано и коллективу нашего телеканала. Первым свою благодарность из рук мэра Сергея Бусурина получил заслуженный артист России Бедрос Киркоров. В организации празднования 1160-летия Великого Новгорода принимали участие многочисленные ведомства и предприятия. По словам градоначальника, торжество получилось как никогда семейным. Новгородцы с трепетом поздравляли любимый город. Почти месяц прошел с того момента, когда мы отпраздновали юбилей города. И 1160 подарков подарено, но у меня все-таки такое желание, чтобы мы каждый день делали подарки своему городу, и не обязательно что-то, что можно потрогать. Это просто говорить хорошо о городе, любить его. Свой подарок Великому Новгороду вручил и коллектив Новгородского областного телевидения. Два дня мы вели прямые трансляции и показали самые яркие моменты праздника.